Добрый день, с вами канал Малорама. Ветреная церемония обрезания Умута. Недавно снимали сцену суннета. Суннетом называется процедура обрезания крайней плоти у мусульман. Обрезание обычно проводится в младшем возрасте, 4-5 лет, но бывают случаи, когда его делают чуть позже. А значит, нас ожидает скачок во времени в 68 серии. Особняк Умут будет украшен голубыми шарами, будут запускать воздушного змея. Перед церемонией обрезания Миран, Насух, Джихан и Макфуз будут уговаривать Рейян отдать ему Мута, но Рейян будет защищать сына. Это будет веселая сцена. Реймир будут вместе купать у Мута. Вечером Реймир танцует и далее оказывается в объятиях друг друга. Миран хочет продолжения вечера. Он целует ее в шею. Они лежат в обнимку, Рейян снова просит прощения. Миран смеется и говорит: «Если будешь спать у меня на руках, прощу. Если позволишь уснуть мне в твоих объятиях, то прощу». Эту сцену нам уже немного показали во фраге 68 серии. 68 серия сериала «Ветреный» выйдет 18 апреля в 20:00 на телеканале ТВ. И, кстати, 22 апреля – последний день съемок сериала «Ветреный». 23 числа весь каст разъедется по домам. Сера Кутлубей, которая играла персонажа Азру, уже в Стамбуле как пару дней. Очень грустно прощаться с сериалом. Кому тоже печально, что «Ветреный» заканчивается и уходит с экранов, пишите в комментариях. На этом все, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!